В Мурманской области продолжаются проверки по готовности жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Рабочую поездку в ЗАТО Александровск совершили министр ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев и вице-губернатор области Юрий Сердечкин. Основная задача комиссии областного правительства, которая нагрянула с проверкой в Александровск, это обследование жилых объектов Министерства обороны. Начинают ревизоры с города воинской славы. Состояние оборудования в Полярном нареканий у представителей власти не вызывает. Объект, который мы сейчас посетили, котлы Каменина, запас топлива превышает нормативное количество. Поэтому мы уверены, что у коллег все получится. Отопительный сезон они пройдут хорошо. Водоканал отвечает за водообеспечение всего военного городка, включая объекты Минобороны и многоквартирные дома, учреждения образования и культуры. Система водоподачи, по оценкам комиссии, прекрасно отлажена. Заменены участки трубопровода, закуплены стыковые аппараты для ремонта, а в случае аварийной ситуации сработает резервная станция. ЧП у нас существует, значит, резервный источник питания. Дизельная электростанция 500 кВт в любой момент может обеспечить подачу воды без перерыва для потребителя Министерства обороны основное и жителей города Полярного. Если в Полярном котельные для муниципальных зданий и военных объектов находятся в разных участках города, то в Гаджиево одна котельная обеспечивает горячей водой весь гарнизон. Здесь у проверяющих также нареканий нет. Энергетики позаботились о том, чтобы за короткий ремонтный сезон были отлажены системные элементы теплотрасс. Контроль многоступенчатый за подготовкой всех объектов к работе в отопительный период, поэтому на сейчас, еще раз повторюсь, рисков к прохождению предстоящего отопительного периода мы не видим. Такие проверки для Большого ЗАТО не в новинку, гостям здесь рады. Скрывать нечего, работа отлажена и чрезвычайных ситуаций почти не возникает, а текущие неполадки устраняют незамедлительно.